Қазақстан есіканды. Көрешкенен қазанды, әрбілінен қаланды. Блок сетем студенттерді қарсалады. С вами команда. Звезды мышлена. А это команда Мишлен Жулдздара. Сейчас мы зайдем и будем задавать несколько наводящих вопросов. Погнали! Всем привет! Сальмас Сидермен. Сосними Турац. Чеснок, Туравата. Это морковка и крыш. Рис. А еще вы забыли про один ингредиент. Это частичка вашей души и любви. Мен просто Хармаш. Сейчас мы посетим команду Джейми и Оливер отдыхают. Надеюсь, они не отдыхают, а готовят самый изысканный плов в мире. Скажите, пожалуйста, главный секретный рецепт вашего плова? Біздің құпия ингредиентіміз, біздің пловымыз өзбекше. Сондықтан өзбекшеде қолданатын бар тәсілдерді қолданып, пісіруге әрекет етеміз. Главные ингредиенты плова, топ 4 ингредиента плова, по вашему мнению? Мясо, рис, морковь, масло. Все ингредиенты вообще-то главные. А как же любовь? Ладно. Любовь потом. А сейчас данная команда Plov Star, и мы зайдем к ней и спросим, как же они готовят плов. Прошу. Ассаламу алейкум, кадрменды джигиттер. Наши многоуважаемые мужчины готовят плов. Как мы видим, мясо чье? Жылқы. Канина. Жылқы, иә. Канина. Нам на плов чей грек, точно. У нас готовим сегодня ханский плов. Канина чисто, вот. Мясо, канина, морковь, вот крупная, да, мы готовим. Даже у нас есть для ингредиента, есть самое такое. Изюминка, это шжук. В конце вот так оформим красиво. Мы четко под руководством работаем Хайрат Хафизовича. Вот наш шеф-повар, у него даже есть этот совок, вот там шеф-повар написано, жесть. Можете у него тоже спросить. Ребята вообще молодцы, активные. Вот у нас есть под музыкальное сопровождение, вот работаем. Вообще хазаки, кадыгны, ханский плов сейчас вот. А чем отличается ханский плов от обычного? От обычного, потому что это джилкейтен джаслаган, таза казахи, шарасна шужуар, хан плов. Когда кушаешь, можно будет услышать частичку домбры. Ты можешь вот так сесть и себя почувствуешь ханом. Ханом, да? Да. Так, самый основной ингредиент вашего плова. Ну, это традиционно, конечно же, мясо составляет вот основу вот любого плова. Мясо, конина, как же уже сказали. Ну и, конечно же, рис. Рис мы предпочитаем, я лично предпочитаю рис Ахмаржан, это кызылординский. Я считаю, это самый лучший рис на свете. Это именно кызылординский Ахмаржан. Уникальность нашей, да, и еще одним из особенностей, это национальное, конечно, мы совместили вот плов с национальным вот ингредиентами. Но здесь есть, конечно же, король всех вот местных блюд бешбармак, а это шижок. Поэтому он тоже будет у нас использован в приготовлении вот данного плова. Еще особенность нашей команды, вы обратили, наверное, внимание, это чисто мужская команда. Это все наши обучающие в нашей высшей школе. Это замечательные ребята, они в учебе успевают. Они очень творческие, очень талантливые. Вот один из граней своего таланта они именно сегодня демонстрируют. Не только они умеют, как мужчины, выполнять какие-то силовые какие-то действия, что-то делать, но они прекрасные повара. Ведь говорят, лучший кулинар, лучший повар, это бесспорно во всем мире, это мужчина. А у нас в ВУЗе лучшие это кулинары, это, конечно же, джигиты нашей высшей школы педагогики. Рахмет, я в этом не сомневался. А сейчас мы зайдем в комнату, где готовится плов от Kitchen Queens. Данная команда – обладатели золотой поварёшки. Давайте проверим. Басты ингредиенттер дайтыншы, Қосхан. Басты ингредиенттер бұл жерде ең бастысы бізде күріш, сәбіз және де жылқының еті мен қазысы. Могу, хочу отметить, что уже вторая комната делает с лошадиным мясом. Это значит, что? Бұл әрине пловқа, палауға және де жылқының етінің дәмділігі. Ос
осы жарысқа қатысып жатқанымызға біз өте қуаныштымыз. Біріншіден студенттерді қарсы алу өте керемет өтуде. Екіншіден осылай қыздардың және студенттердің мүмкіншіліктерін арттыруға көп көмектеріңіз тиіп жатыр. Үшіншіден әрине басқа да қатысушыларға және өзімізге де сәттілік тілеймін. А сейчас мы хотим взять интервью у команды Бандюэль, которая уже за километр предвкушает своим запахом. Всем привет! Біздің плов, это чымгенский плов. Біз бұл жерде қазортың қара кесек етін алып келіп, солай барлық күшті-күшті дәмдеуіштерді салып алып, солай дәмді күштілетіп плов жасап жатырмыз. Енді дайын болғанда дәмін көре жатасыздар. Сіздің ойынша ең басты ингредиент қандай? Ең басты ингредиент ол әрине күріш, плов болғаннан кейін. Махаббат. Біз. Махаббат қоспайсыз? Махаббат, конечно, бірінші жерде махаббат сосын құлшыныс болады ғой. Я очень-очень хочу попробовать этот плов, потому что он шымкентский. Я никогда не был в Шымкенте, хочу побывать в Шымкенте. Қарсыласыздарыма сәттілік тілеймін. Тек жеңіске жетіңіздер. Тамақты как там? Тамақтарыңыз дәмді болсын. Иә, кештеріңіз көңілді өтсін. Кештеріңіз көңілді өтсін. Мясо, лук, морковка. Рис. Рис. Друзья, соперники, держись. Арзақты ұйымдастырушыларға бір дуылын шапалақ болсын.